Если любимая плойка сломалась, а у вас скоро важное свидание, не отчаивайтесь, есть простые и действенные способы завить волосы. Первый вариант – использовать дуршлаг. Основная идея – заменить специальную насадку для фена диффузор. Может, это выглядит странно, зато быстро и удобно. Уложитесь за 15 минут. И навыки профессионального парикмахера вам не потребуются. Подходит для любой длины. Второй вариант. Тут вам поможет пояс от халата. Можно также применить любые ленты, косынки, платки и даже веревки. Все зависит от вашего воображения. Повяжите пояс вокруг головы и прядь за прядью оборачивайте вокруг него свои чуть влажные волосы. Для дополнительной фиксации можно воспользоваться спреем, пенкой или гелем. Преимущество этого способа – в таком состоянии можно лечь спать. И утром вы проснетесь с укладкой из салона. Но если не хотите ждать, тогда просто высушите феном. Подходит для средних и длинных волос. Вариант третий – замотать волосы в футболку. Главное – запомнить последовательность действий. Раскладываем футболку на любой удобной поверхности. Аккуратно укладываем влажные волосы, только не переборщите, они могут просто не успеть высохнуть. Удерживаем концы футболки на задней стороне шеи и накрываем их передней частью. Спереди завязываем рукава и ложимся спать. Такой метод больше подходит для длинных волос. Вариант четвертый. Вместо бигудей используем носки. Не бойтесь экспериментировать. Даже носкам можно найти десятки способов применения. И это один из них. Влажные волосы наматываем на носок и завязываем концы. Быстро и легко. И за счет своей мягкости не мешают спать. Получаются красивые легкие локоны без термической обработки. Длина волос значения не имеет. И последний способ завивки – китайские палочки. Ведь это не только столовые приборы, но и отличные инструменты для укладки волос. Если их нет, то можно заменить на обычные деревянные карандаши, фольгу и даже бумагу. Сухую прядь заматываете вокруг палочки, потом берете утюжок для выпрямления волос и нагреваете полученную конструкцию. Только осторожно, чтобы случайно не навредить волосам. Плавно водите по всей длине. Размер завитка локона будет зависеть от размера пряди и диаметра палочки или карандаша. Метод подходит для любых волос. Но чем они длиннее, тем дольше будете завивать. Подводим итог. Красивая укладка возможна и без использования плойки. А девушки всегда найдут нестандартный выход из любой ситуации.